службе качества нашей порядка 3 лет. За 3 года количество реформаций сократилось, наверное, на 30%. Больше 20-30%. Мы проверяем товар, который к нам приходит на склад, по критериям брака, которые указывают нам продукты, поставщики, а также продукты, поставщики товары, то, что имеет у нас на поле. Проверка на складе происходит выборочно. Уже качество нашей поэзии 3 лет, за 3 года количество рекламаций сократилось, наверное, на 30%. Мы проверяем товар, который к нам приходит на склад, по критериям брака, которые указывают нам продукты, поставщики, а также продажи, поставщики товары и то, что имеется у нас уже на полке. Проверка на складе происходит выборочно, и если мы находим брак, то проверка происходит тотально, то есть только все. Качество наших проектов лет, за 3 года количество информации сократилось. Мы проверяем товар, который нам приходит на склад, по критериям брака, которые указывают нам продукты, поставщики, а также продукты, поставщики товары и то, что имеется у нас на полке. Проверка на складе происходит выборочно, и если мы находим брак, то проверка происходит тотально. Качество нашей проекта 3 лет, за 3 года количество информации сократилось, наверное, на 30%. Мы проверяем товар, который к нам приходит на склад, по критериям брака, которые указывают нам продукты, поставщики, а также то, что указывают товары и то, что имеется у нас на полке. Проверка на складе происходит выборочно, и если мы находим брак, то проверка происходит тотально, то есть 100%. Качество нашей проекта 3 лет, за 3 года количество информации сократилось на 30%. Мы проверяем товар, который приходит на склад, по критериям брака, которые указывают продукты, поставщики, а также продукты, поставщики товары и продукты, которые у нас на полке. Проверка на складе происходит выборочно, и если мы находим брак, то проверка происходит тотально, то есть 100%. Качество нашей проекта 3 лет, за 3 года количество информации сократилось, наверное, на 20%. Мы проверяем товар, который к нам приходит на склад, по критериям брака, которые указывают нам продукты, поставщики, а также то, что указывают нам все товары и то, что имеется у нас на полке. Проверка на складе происходит выборочно, и если мы находим брак, то проверка происходит тотально, то есть 100%. Службе качества нашей проекта 3 лет, за 3 года количество рекламаций сократилось.